В Нижнем Тагиле женщина-водитель, пытаясь избежать наезда на детскую коляску, сбила двух школьниц. Инцидент произошел накануне в Гальяно-Горбуновском массиве на пешеходном переходе по улице Дружинина. 18 часов 40 минут водитель автомобиля Ford Focus, 48-летняя женщина, следуя со стороны Уральского проспекта в сторону Черносточинского шоссе у дома номер 51 по улице Дружинина, допустила наезд на несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия девочки 15 и 16 лет после осмотра в медицинской организации отпущены домой с диагнозом ушибы. Водительский стаж виновницы ДТП составляет 15 лет. В момент совершения аварии женщина была трезва. Объясняя свою невнимательность, водительница Форда рассказала инспекторам, что при подъезде к переходу была сконцентрирована на пешеходах с коляской, подходивших к дороге слева. Оценив ситуацию, она решила, что не создаст им помех в проходе, если чуть ускорится, и в этот момент на капоте ее машины оказались две школьницы, ступившие на переход справа. В отношении виновницы составлен протокол по статье о непредоставлении преимущества пешеходам. Это уже третья административка водителя с начала года за нарушение ПДД. Уголовного дела не будет, так как ущерб здоровью детей нанесен незначительный. Пешеходам рекомендуем при переходе проезжей части обязательно убедиться в своей безопасности, а именно посмотреть по сторонам и убедиться в том, что водители всех транспортных средств остановились и пропускают вас. Водители при подъезде к пешеходному переходу должны снижать скорость своего транспортного средства.